аж 4 утра, потому что у нас рейс в 7 утра. И, соответственно, в летнее время нужно приезжать в аэропорт за 3 часа, а не за 2, как обычно. Поэтому мы уже здесь, не проспали, самое главное, приперлись. И, как говорится, скажи, куда мы едем? Мы едем в отпуск, аж на целых 4 дня. Все в России, в Украине, во всем остальном будет очень смеяться. Все больше отпуска нет. 5 дней стандартный отпуск в США. Это если тебе его дадут. Вот. И мы, в общем, летим на пляж. И поскольку мы летим в отпуск в американскую Ялту во Флориду, то для этого мы приготовили вот такой прикид. Ранний утренний аэропорт Далласа. Немного рекламы в ленту. Сидим, ждем рейс. Наши билетики. Здесь еще отдыхают. Терминал И-32, и вот туда мы скоро пойдем. Так, в общем, в ожидании нашего рейса, рейс в 7 часов, ну, через 15 начинается посадка, уже 6 часов, в общем, ожидаем, надеемся, задержек не будет. Увидимся во Флориде, в Майами. Вот и наша птичка, на которой мы полетим. Spirit компания. Вот наша Spirit, наша любимая компания, авиакомпания, в которой мы летаем. Вот наш самолетик. Всем привет. Ну вот мы загрузили наше барахло вот сюда наверх. Вот так вот выглядит самолет. Он почти полон. Люди еще заходят. Airbus A320. Полетим во Флориду. Вот так мы сложили наше барахло. Теща на проводе перед нашим полетом. Наверное, хочет нам пожелать хорошего полета. Спасибо. Начинаем наш полет во Флориду. Сейчас у нас будет тут шоу. From you to illustrate the safety equipment. What? On this aircraft, you may use the card to follow along. Further regulations require compliance with this information as well with all crew member instructions, lighted information signs, and posted placards. Вот такая у нас стюардесса. Красивая стюардесса. Overhead signs and all path lighting leads to all exits. Signs at the front and back door exits can be detached and used as ramps. Please take a moment to locate the exit nearest you, keeping in mind the closest exit may be behind you. The cabin is pressurized. If there's a loss of cabin pressure, mass will drop from the compartments above your seat and lavatory ceiling. Remain seated with your seatbelt fastened. Pull the mask towards you to slow the flow of oxygen. You must remove your face covering prior to putting the oxygen mask over your nose and mouth. Place the elastic band around your head and tighten by pulling on the ends. Secure your own mask before helping others. Oxygen will be flowing to the mask even though the bag may not inflate. In the unlikely event of a water landing, a life vest is located either under or between your feet. First, pull the tab to retrieve the life vest pouch from its container. Then tear along the perforated edge and remove the life vest from the pouch. Lean forward and place the vest over your head. Wrap the strap around your waist, fasten the buckle, and pull on the straps to tighten. A water-activated light is attached to each vest.
when exiting the aircraft, pull down on the red tab at the bottom to inflate. The bag can also be inflated by blowing into a tube located shoulder level. Remember, do not inflate your bag until you exit the aircraft. The side of the front and back door exits can be detached and used as ramps. There is also a remote life raft located in the overhead compartment near the aft exit doors. Короче, технику безопасности мы посмотрели, записали, взлетаем. Облака нас встречают в Майами. Мы сейчас пролетаем прямо над болотами. Вылетели из облаков. Если вам видно, в основном это вот это одни болота. Вот там водятся крокодилы, а мы подлетаем к аэропорту.
again, ladies and gentlemen. Welcome to Miami. Local time is 10:46. Вот так вот мы ищем автобус по такому переходу. Мы идем к автобусам. Собственно говоря, вот сам аэропорт виднеется, а мы идем вот сюда. Сейчас выйдем на землю флоридскую. Оказывается, это электричка, и нам в нее надо заходить. Мы любим кататься в поездах, люди едут, это все электричка. Ага, вижу. Из аэропорта вот мы едем к автобусам. Вот большой такой аэропорт, и самое интересное, что вот они, пальмы, как в Крыму. Двигаемся вдоль аэропорта. Вот она, Флорида, ребята. Впереди такие тучки и пальмы. Вот она, аэропорт интересный. Впереди там виднеется уже даунтаун. С этой стороны видим аэропорт. Даунтаун. Перед ним виднеется это все. Аэропорт. Вышли из электрички. И уже становится жарко. Мы пришли отсюда. Идем вот туда. Сейчас вам покажу панораму. Вот это такой аэропорт. Метрополитен. Сейчас наберем водички. Здесь она тоже есть. А из этого зала мы попадаем сюда и можем купить билеты. Метробас. Лифт. Вот лифт. Вот мы вышли из лифта. И такая конструкция. И вот, наверное, стоит наш автобус.